У вас сколько собачек? У меня две. Одна большая, одна умерла, две было больших. И одна маленькая. Две или три сторожевых собаки на территории частного дома – не редкость. С началом дачного сезона нужна охрана территории, чтобы никакой злоумышленник не позарился на урожай или имущество. Вот только хозяевам не стоит забывать, что жертвами недремлющих четвероногих защитников могут стать и обычные прохожие. Чтобы несчастных случаев не произошло, специалисты госветслужбы вновь напомнили читинцам правила содержания животных. Памятку надо учить и напомнить, что да, собачку нужно держать на цепи. Выпускать можно в том случае, если забор не позволяет выйти наружу. Выгуливать только на морднике, если собака свыше 35 сантиметров в полке и на поводке. Ни в коем случае на саму выгул на улицу не отпускать. Выгуливать на поводке и в наморднике, не позволять собакам выходить за территорию. Соблюдение таких простых правил может избавить владельцев от печальных последствий. Сегодня мы прошлись по территории частного сектора в городе Чита, и нарушений не выявлено. Собаки все находятся на цепи, с гражданами проведена беседа, выданы памятки. Только за 2023 год хозяйские собаки покусали более 2000 человек. Это в три раза чаще, чем в случае с безнадзорными собаками. За несоблюдение требований к условиям содержания животных владельцам грозит штраф до 30 000 рублей. Эльшат Сафаров, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.